Мы продолжаем с вами цикл лекций, посвященный рассмотрению книг Ветхого Завета. В прошлый раз мы с вами начали рассмотрение книг исторических и начали, естественно, с первой из них, книги Иисуса Навина. Для того, чтобы иметь возможность перейти к остальным историческим книгам Ветхого Завета, нам следует еще сказать о некоторых вещах, связанных с книгой Иисуса Навина, а именно о некоторых прообразах, а также очень известных высказываниях этой книги. Говоря о прообразах, в первую очередь мы обратим наше внимание к повествованию о соглядатаях, вошедших во Святую Землю. О них уже было сказано на предыдущей лекции, но тогда мы с вами говорили о нравственном и историческом значении этого эпизода священной истории. Прообразовательное значение этого события святые отцы усматривали в том, как было принесено этими соглядатаями, принесены дары Святой Земли, в числе их виноградная лоза, большая, длинная, увешанная виноградными гроздями и поэтому несенная двумя из этих соглядатаев на шесте. По святоотеческой мысли это есть прообраз Христа как истинной лозы, который говорил в своей первосвященнической молитве, обращаясь к каждому из нас: «Он есть лоза, а мы все лишь отрасли этой лозы, и кто пребывает в нем, тот может принести плод». И Христос, как истинная лоза, был прообразован этой виноградной лозой, несомой на шесте. Шест прообразовывал древо крестное, а эти два соглядатая разбойников, также находившихся по обе стороны от креста Христова, как и находились соглядатые, несшие эту виноградную лозу. В средневековой живописи часто изображалось несение этой виноградной лозы в виде несения огромного грозда виноградного, но это лишь только некий символический образ. Какова сама виноградная лоза, в сущности, каждый из нас знает. Также история Раавы, блудницы Раавы, жившая в городской стене, также имела особое и нравственное, и прообразовательное значение. Когда двое соглядатаев еще пришли и высматривали город, который должен был быть взят, то она приняла этих соглядатаев, несмотря на то, что все ее соплеменники с ужасом ждали вторжения тех, кто пришел в Святую Землю, тех, кто прислал и своих соглядатаев. Но она говорила им, что «я знаю о тех великих чудесах, которые Бог сотворил при вашем выходе из Египта», и поэтому она решает быть не со своим народом, но с теми, с кем был Бог. Избирает в данном случае выбор ее Бог, а не ее народ. Раав была, как нам говорит Писание, пощажена при истреблении жителей этого города. И она также встречается и в родословии Спасителя, тем самым показывая, что Господь человека по его обращению может не только простить, но и облагодетельствовать куда более даже тех, кто не нуждался в его особом прощении. Все зависит от человека, насколько искренне его изменение жизни. В этой истории с
Равью и взятием Иерихона, святые отцы обращали свое внимание вот еще на что. Святой Истин философ говорил о том, как был обозначен дом Раави, чтобы избегнуть уничтожения. Она, отпуская соглядатаев, сказала, что ждет их пощады, и было по договоренности при штурме города вывешена из окна красная веревка. Святой Истин философ говорит, что это есть образ крови Христовой, которая одного из множества человеков выделяет, который ничем другим не отличается от других, но выделяет его и избавляет от всеобщей погибели. То есть и в те времена люди задавались вопросом о кончине времен, о всеобщем воздаянии, но давали себе ответ, в том числе основываясь и на этом библейском повествовании. Человек, отмеченный кровью Христовой через приобщение святых тайн, несмотря на то, что от других людей он вроде бы внешне и не отличается, но он будет помилован при всеобщем окончании этого временного мира. Еще есть один интересный момент, когда Иисусу Навину является вождь воинства Господня. Мы с вами говорили о богослужебном употреблении данного места. Антиохийская традиция видела в этом явившемся вожде воинства Господня архистратига Михаила. Александрийская видела явление Сына Божия до его воплощения. Но представители и той, и другой обращали внимание на слова, которые были обращены к Иисусу Навину. Они, в сущности, являются рефреном всей речи явившегося вождя воинства Господня. Он дает различные повеления, но везде повторяет рефреном: «Только будь тверд и мужествен». Обращали внимание толкователи на то, что да, жизнь христианина, она нелегка. Жизнь христианина всегда подкрепляется помощью Божией, но от каждого из нас требуется, как от Иисуса Навина, быть твердым и мужественным в нашем выборе и следовании своему выбору. Еще один эпизод из книги Иисуса Навина – это договор с Гаваоном. Жителями этого города, который был одним из больших по тому времени городов Святой Земли, о нем даже писатель Священной книги говорит, как один из городов царских. Имеется в виду, что в то время по размеру он был сравним лишь только с египетскими городами, колониями во Святой Земле. Так вот, жители этого города обманом, хитростью, чтобы избежать истребления, заключили договор с Иисусом Навином и со всей ветхозаветной общиной спасения. Когда их обман стал известен, а вы, надеюсь, читали этот библейский текст, если нет, прочитайте, если забыли, повторите, просмотрите, прочитайте его, то, когда обман их был открыт, Иисус Навин наложил на них заклятие, что вот теперь вы будете для нас работать. Да, мы не подвергнем вас уничтожению, но вы будете работать, носить воду и дрова для народа Божия. Но вот здесь происходит то, что произошло в свое время с тем заклятием, в сущности даже проклятием, которое возложил Иаков, умирая, на своих сыновей Симеона и Левия. Мы помним эти благословения братьям, и здесь это осуждение их за их поступок, и как в дальнейшем по форме наложенное проклятие исполнилось, а по содержанию то, что было сказано в отношении колена Левиина, стало не проклятием, а благословением. В силу того, что они свойства своей души, своей жизни направили
к должной цели. Так же происходит и с гаваонитами. Мы увидим, как уже при возвращении из Вавилонского плена этих жителей Гаваона было очень мало. И они назывались еще не финеи по своим обязанностям. Так вот, этих жителей было немного, и в чем была их обязанность? Да, они носили воду, они носили дрова, да, для общества Господня, но они носили воду и дрова для храма. В сущности, жители этого города стали особой потомственной кастой церковнослужителей. И жители рассеяния даже материально их поддерживали для того, чтобы они могли вернуться в восстанавливаемый Иерусалим и участвовать в богослужении. Таким образом, и для них проклятие становится благословением. Еще очень важный момент в книге Иисуса Навина – это повеление о городах-убежища. В этом повелении дается закон о том, что должны быть города, в которые мог бы убежать человек, совершивший невольное убийство. Убежать для того, чтобы избегнуть кровной мести. И по закону его нельзя было в этом городе взять и предать смерти. Притом оговаривалось определенное расстояние, территория, на которой он мог обитать. Если он выходил за пределы этой территории, то тот, кто искал его смерти, кровник, мог его убить, и это не вменялось ему в грех, потому что это было исполнением повеления зуб за зуб, око за око, обожение за обожение, перелом за перелом, душу за душу, кровь за кровь. Но если человек находился на территории этого города убежища, то он был защищен законом. Что еще интересно в этом законе? Сказано, что когда умрет первосвященник, то все люди, находившиеся в этих городах убежища, невольные убийцы, они считались прощенными, и никто не имел права уже предать их смерти. Они могли вернуться в свои родные дома, в свои родные села, и если бы кто их убил, то тот бы уже сам был бы убийцей и подлежал бы наказанию. Ну, мы не знаем, все ли воспользовались ли этой возможностью вернуться туда, где ищут его смерти. Мы с трудом можем судить о тех временах. Но что важно для нас в этом законе? Святые отцы видели в нем, в законе в этом, особый прообраз новозаветной Церкви Христовой. Человек, совершивший многочисленные преступления, а жизнь всякого человека изобилует преступлениями против воли Божией, любой человек может избежать наказания, если он прибегнет к защите этого города-убежища, которым и видится Святая Церковь Христова. Человек, убежав под защиту Церкви Христовой, он не очищается от того, что он совершил. Да, грех ему прощен. Но если человек находится в рамках этой церкви, но если, как тот человек, убежавший в город-убежище, он выходит за пределы церкви, то, естественно, наказание Божие может его постигнуть. За пределы церкви, как уходит человек, мы знаем из нашей литургической практики, когда человек во время исповеди слышит читаемую над собой молитву священника, в которой священник просит присоединить этого человека к Святой Христовой Церкви. То есть человек, впадающий в грехи, рассматривается как отпадающий внутренне от Церкви Христовой, и здесь его может ожидать и наказание. Но восстановивший свое единство со Христом и в таинстве исповеди и причащения,
Он как тот, кто находится под защитой города-убежища. Но что же еще стоит добавить? Последнее из повелений, связанных с городом-убежища, повеление о том, что после смерти великого священника, то есть первосвященника, человек считается свободным уже от своих согрешений. Это прообраз того, как смерть Христова, она каждого христианина избавляет от его грехов. Не просто формально, как в городе убежища, он считается под защитой, от которой сразу может быть изъят при выходе за пределы города убежища. Но действительно, его все грехи прощены смертью Христа, и через эту смерть Христову, через его тайны, данные нам, святые, человек может быть избавлен и от греха, и проклятия, и смерти. Таково святоотеческое видение данного повеления о городах-убежище. Чтобы закончить наше рассмотрение книги Иисуса Навина, следует сказать об одном, казалось бы, незначительном эпизоде. Эпизоде с заиорданскими коленами, племенами. Когда ходили во святую землю колена Израилевы, племена, то некоторые из них, 2,5 колена, попросили у Иисуса Навина возможности не переселяться во святую землю, но остаться за Иорданом, на территории нынешней Иордании. Потому что эти колена были пастушескими, и эти земли, эти пастбища им очень понравились, тем паче, что местное население они уже успели изгнать. Когда Иисус Навин услышал эту просьбу, он с ней согласился, лишь только обязав представителей этих колен, этих племен, дать воинов, чтобы помогли в завоевании Святой Земли. Рассказ об этих заиорданских коленах заканчивается повествованием о том, как они устроили жертвенник себе отдельно. Иисус Навин и все общество, они были возмущены, видели в этом преступление, достойное даже смертной казни, потому что им казалось, что речь идет об отступлении этих колен от единого Бога Израилева. Потому что вся ветхозаветная церковь в то время, когда еще не существовало государства единого, представляла собой явление, известное нам из древней истории, так называемую амфиктионию. Довольно частое явление в древнем мире. Мы знаем амфиктионии, неоднократно существовавшие в истории, часто на территории всего Ближнего Востока. В Европе наиболее известная – это этрусская амфиктиония. Это объединение родственных племен вокруг единого не государственного, а культового центра. И, естественно, построение этими коленами заиорданскими собственного жертвенника рассматривалось как отделение от всей ветхозаветной общины спасения. Но когда представители этих колен были допрошены о содеянном ими, они говорили, это лишь только памятник. Это памятник о том, как мы участвовали в завоевании Святой Земли и о нашем единстве с племенами, живущими по ту сторону Иордана. Иисус Навин принял такое объяснение, но добавил, что ежели вы хотите, то всегда вы можете прийти в землю, где живут ваши братья. Этот эпизод важен чем? Важен тем, что самочиние даже в самом добром и, казалось бы, благочестивом деле всегда влечет за собой печальные последствия. Как в свое время Авраам, он слышал обетование Божие о том, что у него будет многочисленное потомство, но никак не мог дождаться, когда же это произойдет, и взял себе другую жену, и родившийся от нее послужил причиной множества конфликтов и в общине спасения ветхозаветной, и в дальнейшем
постоянно был бедой и проблемой для потомков Авраама. Также и в истории с прародителями мы видим, что даже первопричиной их падения было в сущности желание достичь вроде бы правильной цели обожения, но своим самочинным путем. Примеров таких масса есть в истории ветхозаветной. Это и история Иосифа, который хотел возвыситься и выйти из темницы, но вот своим каким-то путем, и в результате еще дольше в ней пробыл. Так и здесь, за иорданские племена, они решили достичь этого благословенного благосостояния, но не там, где им благоволил Бог. Но где-то там, где казалось им лучше. Почему я говорю об этом? Потому что в первую очередь они же стали объектом постоянных нападений язычников. В книге Судей мы увидим рассказы о том, как заярданские колена постоянно терпели нашествие иноплеменников, мадианитян в частности. И в дальнейшем в исторических книгах, в книгах старств нам рассказывается, что именно эти колена в первую очередь были сокрушены. Даже в плен там почти что некого было уводить, потому что они хотели достичь вроде бы правильной цели, но по собственному разумению, не по воле Божией. Таково важнейшее нравственное значение этого эпизода в книге Иисуса Навина. Книга заканчивается рассказом о последних днях Иисуса Навина, о том, как он, организовавший завоевание Святой Земли, судил народ, о том, как передавал собственность не только мужчинам, но и тем женщинам, которые были единственными дочерями в своей семье. То есть, в сущности, организовывал их быт земной. Но интересно примечание, что он, разделявший эти земли, когда речь дошла до того, что ему дать в удел, он лишь только попросил очень небольшой подарок за все то, что им было сделано, показав тем самым, что все его труды были не ради стяжания, не ради земного процветания, но для его и своего исполнения воли Божьей. Этим заканчивается повествование книги Иисуса Навина, касающейся Святой Земли. И дальше идет переход к более поздним событиям, описанным уже в книге Судей. Идет переход к событиям, когда, как в книге Судей будет неоднократно сказано, в Израиле не было царя, и каждый делал то, что он хотел. Народ отступал от своего Бога, и за это постоянно Бог посылал ему различных противников. И здесь уже в конце книги Иисуса Навина, в сущности, задается богословская и историосовская концепция книги Судей. Как проходят события этого времени? Народ отступает от Бога, Бог посылает ему наказание, народ одумывается, раскаивается, Бог посылает им спасителя, судью, который избавляет их от нашествий иноплеменников, народ живет в относительном мире, его процветание всегда опять приводит к забвению самого важного и отступлению от Бога. Но об этих событиях книги Судей мы поговорим на следующей лекции.